Дело в том, что у мамы в руках кто-то есть. Много тут прикольных вещичек. Пап, ну нам знаешь, что нужно? Что? Нам нужен вольер. Она в очень нехорошем настроении. Ребята, всем привет! Прямо сейчас мы находимся в очень необычном месте. Дело в том, что у мамы в руках кто-то есть. Я вам сейчас его покажу. Привет! Здрасте! Как ваши дела? Знакомьтесь, ребята, это наша новая питомица, это наш новый житель. Вау! И это наш новый сюрприз для Миланы. Милана еще не знает, ее с нами нет. Мы решили все-таки осуществить ее мечту и купить собачку. Да, мы на самом деле сейчас только ее приобрели. Только-только. И поедем сейчас показывать Милане. Милана еще не знает, что мы купили собаку. Сейчас поедем, посмотрим ее реакцию. Да? Как вы думаете, ей понравится или нет? Ну, а мы поехали. Ну что, вроде спокойно едет пока, да? Да. Ему, конечно, все интересно. Ему, конечно, все интересно. Но в целом он себя пока спокойно ведет. Не скулит, не гавкает. Боится немножко, правда, для него непривычно. Едем мы тут где-то непонятно. Он камеры боится, по-моему, да? Ну, как все собаки. Ну что, ребят, мы уже подъезжаем к дому. Вот-вот Милан увидит свою собачку. Ну что, ребята, мы идем. Ну что, мой сладкий мальчик? Есть предположение, пожелание с моей стороны назвать его Лаки. Как вы думаете, ему подойдет это имя или нет? Мы сейчас с Миланой еще посоветуемся. У нас та-да-да-да-дан! Как же отреагирует Милана? Что же она сделает? А как будет реагировать Элька? Ну, вот это вот тоже это большой такой вопрос, да? Что, готовы? Давайте потихоньку попробуем зайти. Она сразу там сидит, она увидит сразу. Ну, включай свет. Сейчас. Кто это? Да? Смотри, теперь у нас будет жить он? Да? Аккуратно, только не уроните. Ты в шоке? Да. Ты не ожидала? Нет. Она всегда будет доносить. Да. Уя. Это мы ее назовем. Ну, не знаю, тебе как хочется. Это мальчик, а я... Как я хотела. Я предлагаю Лаки, но если у тебя есть другие варианты, мы можем еще подумать. Джой. У Миланы миллион имен. Я думаю, что мы сейчас еще будем думать. Много будем думать. Ты счастлива? Очень. Детские очень. Мечты должны сбываться? Да. Твоя сбылась? Она просто... Ой, смотри, чтобы не прыгнул. Я пойду маме, деду покажу. Налили мы ему водички. Пока что налили в Элькину чашечку. И выставили уже пеленку. Ходит наш песик. Тебе нравится? Я без конца его беру на руки. Я ему не даю походить. Ходит, еще ищет пока, смотрит. И наложили ему кушать. Он ест просто со скоростью ветра. Просто раз. Он сейчас просто за одну секунду все съест просто. Ну что, ты наелся? Ты наелся? Сразу он уже оживился. Такой, так. Можно и поесть, и попить, и подвигаться. Так. Энергии прибавилось. А вот и первое знакомство нашей кошечки. Думаю, я девочка. Она в очень нехорошем настроении. Скажи, а мне интересно. Я готов, скажи, дружить и знакомиться. Ну,
Эля, ты не в восторге, да, я смотрю? Хвост трубой. Только попробуй, скажи ко мне подойти. Да я такая никогда не была. Я ее вообще первый раз вижу. Обалдеть, как она шипит на него. Как змея прям. Чего? Да мой сладкий мальчик. Мне даже стало за него немножко страшно. Его надо охранять от нее. Да. Котя, ты чего? Ты чего, Котя? Успокойся. Успокойся. А, вот так, да? Первый раз загавкал за все время. А, вот так. Так, я понимаю, начинается борьба за главенство. Кто главный? Эй, ты на него не прыгай, подожди. А, она все, она ориентировалась. Ты выиграл. Мы сегодня уже второй день с нашим песиком живем. То есть он у нас одну ночь переночевал, но у нас ничего нету совсем для нашего песика. Милан, пап, мы все-таки решили его назвать как? Лаки. Лаки. Лаки, мы оставили такое ему имя. Есть, по-моему, если я не ошибаюсь, даже фильм про песика Лаки. Да? С английского это переводится счастливчик. А мы решили ему такое слышала. Имя оставить. В общем, у нас Лаки, и мы хотим сейчас пойти купить ему всякие игрушки, поводок, место, куда мы его будем ложить. А хотите, я вам расскажу секрет? Короче, мама пришла с заводчиком, и когда заводчик ей сказал, что ошейник лучше, чем шлейка. Ну, нас, по крайней мере, для нашей породы сказали так, потому что шлейка выворачивает локти. А поводок, он для позвоночника лучше. В общем, идем выбирать и зовем вас вместе с нами. Так. Милашка выбирает. На кнопочки. Ну вот, Милан, смотри, вот на кнопочки. Да, вот на кнопочки. Вот розовенький. А, зачем нам мальчик. Розовенький? У нас же мальчик. Да. Вот синенький. Черненький. А ты хочешь черненький? Да. А вот зелененький у Даньки, вот симпатичный вон, вот тут. Давай красный, он как бы для девочек. Красный? Или тоже синий. Прикольно. А пойдемте посмотрим, что постилки какие мы есть. Будем... Кто там? Ой, как ями! Ух ты, рыбки! Данька, ты хочешь рыбок домой? Да. Две? Тут много разных рыбочек. Так, ладно, нам нужны... О, Даня, смотри, какие разноцветные. Я таких раньше не видела. Но, в общем-то, нам нужно не это. Так, а вот кроватки. Игрушки. Надо накупить как можно больше игрушек. И вот кроватки. Как вы думаете, он будет в такую заползать? Нет. Нет? Вот такую. Или вот вообще что-то такое брать надо? А, кстати, нам нужен ошейник, и нам нужно, чтобы мы придумали его имя и вот сюда вот тоже сделали. Это косик. Так, наша корзинка наполняется. Кстати, ребята, всякими косточками, оленями рогами. Это косик и для собак. Да, кстати, это и для собак, и для кошек. Много тут прикольных вещичек. Пап, ну нам знаешь, что нужно? Нам нужен вольер. Да. Причем повыше. Мам, давай самый идеальный, вот, смотри. Вот. Это ошейник? Да. Ну, кстати, мне нравится, мягенький, маленький. Выбирай, Милана, какую мы делаем? Какой? Поводочек какой? Вот такой. Может, вот такую золотую. Синенькую? Золотую. Нет, лучше маленькую, вот самую маленькую. Вот серебряную или на золотую, вот именно маленькую. Вот или вот смотри, розовая, вот синенькая. Вот, да, вот такую. Черненькая. Да? Да, такую. Мы накупили кучу всего. Милана идет уже с невидимой собакой. Невидимым со своим Лаки. А папа у нас тащит загон. Для собаки. Чтобы он у нас не бегал, пока нас нет. Малыш, привет. Как ты тут без нас? Мы там тебе все прикупили. Вот твоя новая кроватка, Лаки. Нравится? Привет, зайчик. Собачушка. Как он рад нас всех видеть. Мы там тебе много игрушек прикупили, сейчас все покажем. Мы пришли домой. Привет, Лакюшкин. У папы уже его достал из клетки. Мы установили вот такой вот вольерчик.
И вот такую вот мягкую подушечку положили ему. Положи его, как он, думаешь, будет? Он уже тут спал. Ну, ты сладкий, тебе, мне кажется, здорово. Игрушечку уже ему дали одну. Правда, одну он уже сегодня у Миланы стащил. Да, Милан? Да, ему подарила. Да. Ну вот оно теперь, твое законное место, да? Да, да. Которое пока он не любит. Пока он... Это, конечно, скажи, мне сложно понять, почему я должен сидеть здесь, а не бегать по всей квартире, да? Милана залезла вместе с ним, решила ему помочь. Ну, в общем, вот так вот у нас, ребята, новый питомец. Так что ставьте все ему лайки. Пишите в комментариях, как вам он. А открывать игрушки? Ну, а в следующих сериях мы обязательно покажем, как он играет с новыми игрушками. Мужа. Ставьте лайк. И подписывайтесь на наш канал. Всем удачи, всем! Пока-пока! Пищит, кстати, Милана. Скулит.